наша третья веревочка. И тут тоже 1000. Надежды большие, 1000. По 1000 ранее? Хороший верх. Где-то отступаешь 2 миллиметра. Это она у тебя сейчас сама толстая, не открыта. Да. Где-то 2 миллиметра отступили. И отрезали. Потому что он... Ну, сколоты видно. Да, там сколы всякие были. Разбухание может быть. 2570. То есть нет, не да. 2570. Опускаешь ванну и электролит здесь, на этой стене. Думаю, на этой. О, 2570, видишь? К этому размеру мы прибавляем 60 мм. У нас будет профиль. Профиль будет 2630, но где-то надировка. А надировка занимает... 2690. Вот мы отметим. Можно побольше, на чистовую. Это у нас пойдет на три двери сразу. На чистовую, то есть 2630. 2630 это вот 2630, и на 2630 мы режем. Не насквозь. Нет.
приступаем сейчас под горизонталку. А он не идет. Почему не идет? Вот что здесь не папка. Решаем снять. Отверстия же ставим, да? Так, а теперь смотри, что дальше. Ты все снимаешь? Не придумываю. А просто мерим рулеткой. 980. 85 это у нас вот здесь. И по этой метке. По этой метке я отрезаю. Прям по этой меточке вот так нацелились. Вверх и низ. Между ними встает полотно. Десяточка. А он у нас запасиком. То есть вот так вот мы сделаем. Дверь деревянная. Стерка. Три комплекта роликов. Отрываем. У вас тут в комплекте два нижних ролика, два верхних, четыре самореза и два болта. Заворачиваем саморез. Шестигранник. И плюс ролик верхний. Мы его вставили и затянули. Вставляем нижний ролик. И на болтик, на резьбу его закрепляем. Его засунули в отверстие. И пошли клеить по всей высоте. Профиля. Если тоже мы делаем сразу же. Не опаздывать на завтра. То, что нужно сделать сегодня. Так. И переворачиваем. Вот так. Перевернули. И тут мы видим, что вот этот профиль уже немножко подвинулся. О, все подвинулся. И тут наверху тоже саморез. Вот смотри, у нас один комплект на месте. Наклеили. И наклеили шлейки сразу. Да, так,
Так, вот смотри, мы сделали одну дверь. Все, одна дверь готова. Вот она готова, все. И попробовали рукой. Опять сняли маску. А здесь? А здесь 990. Видишь разницу? Еще раз. Вот. Видишь, 990. А, вот, 990. Тоже, да? 990. Два. Горизонтальные гвозди. Пошли сюда. Тут бишь вот сюда. Вот эту фаску надо снимать тоже, да? А мы немножко раздали. О, блин, там вес не попадет в свое лицо. И верхнюю прочность. И верхнюю тоже. Немножко дали. И тут тоже за подлицо. Вот так вот. Наши ролика. И заворачиваем. Раз, два, три. Раз, два, три. И заворачиваем ролик. Кусок тоже нужно отрезать. Вот так вот где-то. А этот кусок. И когда мы резали с той стороны, видишь, тут чистый вес. А если бы с этой стороны резали, он бы весь вот так вот. Вот он. Так. А это пошло. Вот сюда. Вот так вот мы его взяли по нашим меточкам и отрезали. А здесь как плохо. Две подкладочки. Мы так вот подкладываем. И вот так вот фрезеруем, чтобы сделать пазик. Где мы резали, нужно сделать пазик такой. Вот я и смотрю комбинацию. Видишь, этот кондуктор, это у меня вот с этой рейкой, да, в нее упирается, как спор идет. Теперь смотри, мы берем вот этот наш кусок и вставляем его в кровь. Примемся его ставить ровненько. Где-то вот так вот. Примемся. Ну, все, вот ставить через
через вот эту прокладочку. Вот на это стоит, вот. Тихо. Так, чтобы не запортачить наш кусок. Вот этот вот бамбуковый. Бамбуковый бамбук. Мы берем его вот так и пробуем. Они стандартные, в разные цвета они все, да. Вот так, да. Замерить стекла. Мы сюда тоже нужно мерим. Взять? Это мы собрали стол. И нацелили диском. Отмерили, отчертили второй. Он у нас должен быть такой. Угу. Я проверил. Да. Вот. Погнали. Сначала один край выдернули от угла, а потом второй. Все. Это один край. Иди сюда. Иди сюда. На зеркало. И вот так обошли угол. Нет, еще надо чуть поднять. Вот так вот, да? И вот так вот обошли угол. Все, у нас он пройдет. Руками пытаемся загнать ее другим сюда. Вот. Сейчас мы сюда кусок. А сюда кусок. Сюда кусок надо. Режем пока по другой. А тут
900, 900.